Riser Entertainment и Trimark Pictures представляют. Терри Халк Хоган в главной роли в фильме. Гром в раю 3. Смертельные уроки. В фильме также снимались Крис Лемон, также снимались Кэрол Олд, Эшли Горелл и Патрик Макни в роли Эдварда Уитекера. Привет. Привет, Брю. Задумалась. Но я просто бы тоже хотела такое делать, знаешь, какое? Моделью быть. Хорошо, девочки, а теперь побольше секса. Вот так, хорошо, прекрасно. Знаешь, что единственное, что отделяет тебя от этих девочек? Нет, что? Это майка. Намного больше. Я тебе скажу, Элли. Они по сравнению с тобой просто пузыри. Пошли. Куда? Туда? Брю, пойдем. Пойдем, будет весело. Пошли. Эй, ураган, как дела, мужик? Привет, Джимми Джем. Любите камеру, девочки, прямо сюда, очень хорошо, горячий день на песке. Я скажу, дела волдырями пойдут, кроме ступней. Я понимаю. Давай, снимай майку. Ну, не знаю, Бри, давай. Распусти волосы. Давай. Да, ты выглядишь потрясно. Что я говорил? Только пузыри пойдут. Пошли. Рон Райс? Да. Мартин Брюбейгер. Приятно познакомиться. Привет, Мартин. Мне тоже. Зови меня Брю. Все так меня зовут. Я хочу представить тебе следующую суперзвезду модели из тропиков, мистер Райс, Эллисон Уилсон. Очень приятно познакомиться. Мне тоже. Я думаю, ты прав. Повернитесь-ка, пожалуйста. Она потрясающая, Брю. Стив, пойди сюда на минутку. Конечно, Рон. Алисон, это Стив. О, нет. Привет, как поживаете? Сделай горячие снимочки. Хорошая идея. Прекрасная леди. Пока. Пока. Что он делает? Брю. Алисон. Расслабься. Окей, веселись. Вот так. Вот так говоришь? Привет. А что ты делаешь? Вожу Эллисон в мир модели. Ты бросаешь ее волкам, потому что только они населяют профессию модели. Лекс, расслабься, мы просто развлекаемся. И что тебе беспокоится, когда я здесь? Когда ты здесь, мне и надо беспокоиться. Она не готова для этого. Не готова? Вот так, Эллисон. Отлично. Конечно, возьми халат.
Ты мне нужна, никаких попов. Лекс, кончай, она еще не закончила. Уже закончила. Если сможешь оторваться от этого, у нас встреча с агентом Харрисом. Харрис из NSA? Да. Сегодня, момент нашего разговора. Никак не перенести? Нет. Спенс, я думаю, такие моменты важнее всяких встреч. Пошли. Пошли, Брю. Режиссер Даглас Шварц. Вот у вас, ребята, действительно жизнь. Ты половину не знаешь. По телефону ты сказал, что вам нужна наша помощь. Нужна. Когда я сказал, что нужна помощь, многим невинным детям нужна ваша помощь. Борьба против кокаина в этой стране стала настоящей войной. Это Мануэль Сантьяго. Один из богатейших королей наркотиков в мире. Он поставляет товар в 17 стран. Если уберем его из бизнеса, мы прикончим самый большой картель в мире. Вы, парни, обычно решаете такие ситуации сами. Почему? По-тихому. Почему НСА связалась с нами? Нет соглашения об экстрадиции с этой страной. То, что он делает с нашим правительством, также он поступает и со своим. Почему они его терпят? Они так же коррумпированы, как и он. Они получают долю его прибыли. Да, это сотни миллионов долларов. Привет. Это Мейсон Ли, правая рука Сантьяго. Пришел из красных бригад. Добраться через него до Сантьяго было невозможно, но если мы уберем Сантьяго, то положим конец и Ли. Проблема в том, что мы не можем пойти и взять Сантьяго. У меня руки связаны. Но у вас, парни, у вас есть гром с корабей и стелс. Вы можете войти незамеченными. Значит, мы входим и выходим, выдаем тебе Сантьяго за деньги. Не совсем так. Это немножко стыдно, неудобно. Я знаю ваш гонорар 5000 в день плюс расходы. Я могу оплатить ваши расходы, но ты просто не можешь налить эти 5 штук, а? Прости нас, мы берем заказ. Спенс, мы берем заказ. Спасибо большое вам обоим. Мы так рассчитывали на вас. Это вся информация на NSA. Вечером посмотрим. Еще одно. Если что пойдет не так, будут какие-то неприятности, не звоните, помочь не смогу. Агентство скажет, что не знает о ваших действиях. Удачи. Как такое дело и за даром. Как ты находишь таких чудесных клиентов? Это шанс сделать мир безопаснее для людей, как Джесс. Стоит бесплатно прокатиться. Ты так не думаешь? Не переживай, я люблю поворчать. На 100%, брат. Я недоволен этой тортильей кассерол. Моя любимая, дядя Брю. У меня не было соли со специями и слишком много салантера. То, что ты способен извиниться, это хорошо. Но ты должен извиниться за то, что сегодня с Эллисон сделал. Лекс, милая, перестань. Ну, не знаю, что я сделал, но если сделал, простите. Брось. Я хочу узнать о твоих новых занятиях, юная леди. Это классная школа, пап. Келли будет моей учительницей по рисованию. Она пошла туда, и также Эллисон перед обычной школой. Правда? Жаль, что только два раза в неделю. Я выбрала себе керамику и рисование. Я хочу быть такой же, как Келли. Ты хочешь быть такой же, как Джесс. Только одного я понять не могу. Что? Не могу понять, я радуюсь или нервничаю. В желудке почти одинаковые чувства. Думаю, у тебя и то, и другое. Нервничаю, потому что новая школа, но радуешься, потому что это так интересно. А ты, Келли, ты радуешься или нервничаешь? Ну, раз это моя первая работа учительницы, думаю, у меня тоже и то, и другое. В желудке тоже странно. Но, может быть, это из-за скрипни брюк? Не смей. Пап, ты отвезешь меня завтра в школу?
У меня день завтра тяжелый. Мы сегодня отправляемся с миссией, милая. Что это за миссия? Как обычно, будем плохих ребят ловить. Келли будет с тобой, пока мы не вернемся. А это что, обязательно? Останьтесь. Это важно, сладкая. Милая, обещаю, я позвоню тебе утром. Обещаешь? Я когда-нибудь нарушал обещание, амиго? Окей, давайте есть. Я закажу пиццу по телефону. Куда это ты? Одну минуту. Нет пепперони. Что я могу сказать? Все еще спит. Что? Джессика еще спит. Я тебе рассказывал анекдот о мухе и слоне. Посерьезней. Слушай, брат, поездка в Южную Америку — это дело для Хэрриса, и это и так безумие. Нужна полная концентрация, думать об этом надо, а не об общении с Джесс. Я думаю, но обещание сдержу, хорошо? Хорошо, брат. Круговое обнаружение чисто, режим стелс включен. Кажется, нашел Спенс. В горах рядом с водопадом сильная концентрация армированной стали. Стали, да? Да, если это не банк, то не знаю, что это. Я возьму ручей. Берегись крокодилов. Мистер Сантьяго заботится о вас, а? Сеньор Сантьяго, си. Можно на минутку, сэр? Давай. Иди, мне надо вести переговоры, да, вывали. Эй, Ли, как тебе нравится моя новая Чикита? Неплохая, сэр. Жаль, что так вышло с последней. Что это у тебя здесь? Что это, баньос? Наша новая поставка, сэр. Мейсон, я рассчитываю на тебя. Ты сделаешь новую поставку. Можете рассчитывать, сеньор Сантьяго. Все пройдет гладко.
Никаких ошибок, эта поставка слишком важна. Никто ничего не заподозрит, это просто поставка раковин, сэр. Проходит в Лос-Анджелесе, растворенный в фибрегласе, все в чистый кокаин. Мне нравится. Мейсон, поди сюда. Я очень горжусь тобой. Спасибо, сэр. Вальдес, си, сеньор, сообщи Мигелю, что поставка готова. Пусть возьмет Рауля и Алехандро. Немедленно. А где моя маленькая Чикита? Мигель, это Вальдес, говори, омбре. Поставка готова. Рауля и Алехандро займутся. Сеньор Сантьяго говорит доложить, когда все будет готово. Vamos. Одностороннее движение, брат. Я слышал, что Сантьяго дома. Да. У него несколько сторожевых псов. Мы же послали живодерню, так ведь? Ты быстро туда и обратно, а здесь все улажим. Только так. Понял вас. Мигель, это Рауль, Алехандро, Рауль, Алехандро, это Мигель, оба сюда, сию минуту, время не тратить, давайте вниз. Сеньор Сантьяго, да. Поставка будет в Лос-Анджелесе через 4 дня. Что? Мейсон не пойдет, нужно через 2 дня. Я постараюсь, сэр. Мы с тобой немножко поиграем. Пойдем. Мне нравится твое маленькое сердечко.
Вальдес, да, сэр, собирай людей. Взять этого парня. Оставь его для меня. Пошли. Пойдем. Пошли. Я не могу идти без моей трости. Возьми это. Вставай. Ругается по-испански. Шагай. Пойдем, Джесс, пора идти. Нельзя опаздывать в первый день. Давай подождем еще хоть чуть-чуть. 10 минут. Но потом мы идем. Позвонит или не позвонит. Я знаю, папа позвонит. Он обещал. Быстрее, за мной. Давай, 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 давай. Шевелись, Сантьяго. Чего ты гонишь, Гринго? Я не могу, у меня нет одной ноги. Я сказал, шевелись. Сюда. Ты заплатишь за это, мой друг, заплатишь. Кто-то должен платить, это точно. Пенс, ответь. Я буду через 5 минут, точно по графику. Я тебя жду, брат. Хорошо, банда. Школа открыта. Урок номер один.
Урок номер два. Он уйдет на нас. Шевелись, проклятый гринго. Поосторожнее. Шагай. Давай, шевелись, Сантьяго. Я сказал, шевелись. Давай, шевелись. Шевелись, Сантьяго. Папа, пап, я знал, ты позвонишь. Ты знаешь, я всегда сдерживаю обещания. Где ты? Что там за шум? Я в Южной Америке, Джесс. Мы тут кое-что празднуем. Фейерверки всю дорогу. Давай, мы здесь. Ты идешь в школу сегодня? О, да, я сделаю кое-что только для тебя. Пап, ты уверен, что тебе сейчас удобно со мной разговаривать? Самое лучшее время поговорить с дочкой. Желаю хорошо провести день. Хорошо. Я люблю тебя, пап. Я тебя тоже люблю, Джесс. Ты думал, твоя Нинита тебе здесь поможет? Я думал, что сказал тебе заткнуться. Кто это говорил с тобой, пап? Одно насекомое. Какое? Это пиявка. Мне пора идти, окей, Джесс? Спенс, какого черта ты делаешь? Это Джессика. Привет, милая. Удачи тебе в школе. Пока. Держи. Спасибо. Пошли. Двое гринго на одного коллегу, трусы. Молчи. Давай, торопись.
Успокойся. Брат, давай затопим шлюз для ныряльщиков горячей водичкой. А ты привыкай сидеть запертим. Убираемся отсюда. Противный гад. Посмотри, Спенс. Гром, дай правую камеру на передний экран. Похоже, что группа никак не может оставить нас в покое, брат. Хотят попрощаться. Подадим им коктейли. Это мне нравится. Ты уверен, что это безопасно? Абсолютно полностью растворяется. Мне надо подавать закуски. Посмотри. Мануэль Сантьяго, ты арестован. Зачитайте ему права и уберите его отсюда. Я тебе скажу кое-что. У меня есть друзья, им не понравится, как со мной сегодня обошлись. Мы еще увидимся. Еще увидимся, Спенсер. У нас есть достаточно на мистера Сантьяго, чтобы запереть его в лучшем кантри-клабе. Надеюсь, там пожизненное членство. Поверь мне, я тебя убью, паразит. Поверь мне, ему там понравится. Бесконечно благодарен, мой друг. Спасибо. Месяц спустя. Келли, пожалуйста, за такую работу модели умереть можно. Едем на Багамы на 6 недель. Речи быть не может, Эллисон. Когда мама разрешила тебе приехать сюда, было условие. Я за тобой приглядываю, я это делаю. Не понимаю, почему такой шум? Ты должна понять. Поверь мне, я знаю, что говорю. Конец истории. После этого я его еще раз уложил. Потом Брю дал ему ключи от своего вайпера. Я гоню прямо под спейлером, но все четыре колеса уходят с дороги, а потом я уже смотрю прямо в глаза жуку. Это был ты. Эй, ребята, слушайте, Мануэль Сантьяго был осужден сегодня и получил 5 пожизненных сроков плюс 20 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. Сантьяго был задержан месяц назад неизвестными агентами. Хотя бы упомянули, я не считаю неизвестными. Местными агентами и упоминанием. Не говори, что ты гонишься за славой, Брю. Мне только деньги нужны. Очень жаль, что мы не взяли Ли. Ну да ладно. Думаю, когда наркота и наркодельцы попадаются, это стоит отметить. Так. Давай, Келли, мы опоздаем в нашу школу. Ты права. Пора. Подождите минутку. Я почти закончила мой сюрприз для тебя. Ты знаешь, я люблю сюрпризы. Я увижу тебя в будущем. Увидимся в прошлом. Увидимся, ребята. Пока. Счастливого дня. Удачи.
Я так рада, что ты встретилась с нами. Келли, я так рада снова тебя видеть. Я тоже. Это Джессика. Джессика — это Саванна. Она была моей учительницей, когда я ходила сюда. Как поживаешь? Очень приятно познакомиться. Я столько о тебе слышала. И все о твоих работах. Сейчас я увижу их. Пойдем покажем. Да. Отлично. Как я и говорила Келли, надо идти за своей мечтой, что бы там ни было. А как ее найти? Не волнуйся. Она найдет тебя. Ведь так, Келли? Да. Я помню, как Келли в этом дворике объявила мне и одноклассникам, что ее мечта — это поехать в Италию и стать скульптором, и никогда не носить обуви. Ну, кое-что сбылось. Тебе не нужно носить обувь на пляже. К сожалению, самая важная часть мечты не сбылась. Никогда не сдавайся. Нет временного предела, чтобы осуществить мечту. Я знаю, почему ты моя учительница, любимая учительница. Тебе со мной и Ванессой было очень трудно. Мне было так больно узнать о Ванессе. Я следил за ее работой модели до Нью-Йорка. Ты наверняка очень переживала ее смерть. Она была мне как сестра. Я знала, что она на игле, просто ничего сделать не могла. Между соблазном мод и соблазном наркотиков у нее не было и шанса. Она была так молода. Джессика, это чудесно. Ты все это сама сделала? Келли мне помогла. Ну, только чуть-чуть. Как дела, ребята? Я думал, вы привезете на моем грузовичке. Теперь это наш маршрут. А теперь это наша школа. Хорошо, ребята, слушайте. Искусство. Скульптура, живопись. Все дело не в технике. Главное — эмоции. Ваша работа как художника — перенести свои эмоции отсюда сюда. Используйте свое воображение. Нужно придать скульптуре не форму, нужно дать ей жизнь.
Тихо. Джессика Спенсер, быстро. Джессика Спенсер сегодня нет. Она больна. Нет, не надо. Нет. Ну, мы узнали, как сильно ты любишь папочку. Посмотрим, как папочка любит тебя. Пошли, пошли. Все внутрь. Школа Святого Мартина. Спаси наш спортзал, купи книгу и возьми ее домой. Книги в спортзале, упражнения и для ума, и для тела. У нас был пожар в библиотеке. Молитесь, чтобы его не было здесь. Это дети. Не обязательно их пугать. Почему просто не отпустить их? Потому что они нужны мне. Ты паразит, ты знаешь это? Ты живешь на зависимости людей, делаете деньги на их страдания и смерти. Что ты знаешь о страдании и смерти, леди? Ты была на войне? Я люблю женщину с духом, даже с таким, из-за которого она может погибнуть. Не трогай, а то мой папа... Я не знал, что вы так близки. Спасибо. Ты иди за мной.
Это Спенс. При последней встрече я не слышал твой голос. Кто это? Мейсон Лим. Я с твоей дочерью Джессикой. Поздоровайся с папой. Папочка? Джесс. Слушай, я захватил школу твоей дочери, я получу Сантьяго, ты получишь свою дочь. Так, бонус получишь остальных заложников, тронешь кого-нибудь, убью голыми руками. Освободи Сантьяго, и никто никого убивать не будет. Сантьяго в тюрьме строгого режима. Это твои проблемы. У тебя 24 часа, а потом школа взорвется. Похоже, дочка не исправит следующего дня рождения. Мне понадобится больше времени. Нет. Извини. Времени нет. Да, и Спенс. Окей, я тебя понял. Тихо. Спенсер, ты знаешь, как я отношусь к властям. Будет непросто вытащить Сантьяго из тюрьмы. У тебя хватило ума вытащить его из Южной Америки. Ты что-нибудь придумаешь? Дай поговорить с дочерью. 24 часа. Брю? Да. Поговорить надо, да. В чем дело? С ней просто невозможно. С кем? Келли. Она сказала, я не могу быть моделью. Ничего не объясняет, просто никаких моделей и все. Что я могу сделать для тебя? Ты поговори с ней, Брю, это была твоя идея. Ты уговоришь ее, пожалуйста. Слушай, Алли, прости, что я бучу поднял, но Келли один из моих лучших друзей, и она резко против этого модельного дела. Это несправедливо, Брю. Ты... Это просто несправедливо, я знаю, милая. Брю, у них Джесс и Келли. Ты о чем говоришь? Мейсон Ли, он захватил школу. Мы должны освободить Сантьяго из тюрьмы в обмен на Джесс, Келли и остальных детей. Черт! Никто не отпустит Сантьяго по требованию террористов. Мы должны спасить их сами, брат. Пошли на гром. Кто-нибудь еще знает об этом? Пока только мы. За работу. Спенс, Брю, я иду с вами, парни. Ни за что. Слушай, я училась в этой школе 3 года, я знаю тайный ход. Подводная дренажная труба. Пошли. А что это за здание? Спортзал. Спенс, там много бензина и фосфора внутри и снаружи здания, мужик. Что это значит? Это взрывчатка. Можно разрядить? Сомневаюсь. Разве что источник. Вопрос, сколько с ним стрелков? Боря, самый большой его армия — это дюжина. Станем на дистанции, остальное проплываем под водой. Где эта дренажная труба? Под зданием, где земля встречается с водой. Она ведет прямо в подвал. Мы по ней ночью удирали, чтобы с мальчиками встречаться. Лисон, я удивлен. Я была молодой. Ты помнишь, как это было, а? Нет. Быть молодым. Вальдес, пусть один человек проверит здание. Хуан, иди и проверь повсюду. Проверь, чтобы все было безопасно. И доложи мне через 20 минут. Пошел. Да, сэр. Келли. Келли, ты должна быть осторожной. И не зли его. Ему все равно, кого убивать. Я его не боюсь. Я знаю, он просто мразь, торгует наркотиками. Келли, они убьют нас? Нет, ласточка, нет.
Никого здесь не убьют. Больше никаких разговоров. Подвал прямо над нами. Все чисто. Алисон, дальше ты не пойдешь. Но я еще могу помочь вам, парни. Нет, Спенс прав, это слишком опасно. Боже, я забыла свой кислородный баллончик. Где он? Наверху. Пошли. Хорошо, Элисон. Давай назад до конца тоннеля. Там мы встретимся. Дорогая, без тебя мы бы не справились. Пожалуйста, спасите Келлику и Джессику. Будем дома к ужину. Идем. Пошли.
Хуан уже должен был вернуться. Я пойду проверю его. Окей. Что там? Чисто, пошли. Я нашел Хуана без сознания в подвале. Что случилось? Это не несчастный случай. Всех в эту комнату быстро. Давайте. Джессика Спенсер. Ты тоже. Келли. Келли Лару. Будете стрелять, они умрут. Ли, отпусти их. Мы можем все уладить. Папочка. Спенсер. Выбрасывайте свое оружие. Хорошо. Только не делай глупостей. Мы складываем оружие. Ли. Давай, мужик, отпусти девочек, мы будем твоими заложниками. Выходите туда, где вас видно. Надо убить вас сразу. Папочка, нет. Все в порядке, Джесс. Он никого не тронет.
Если ему нужно то, зачем он пришел. Где Сантьяго? В тюрьме, там ему и место. И мы с удовольствием присоединим тебя к нему. Вы, мальчики, не посещали класс взятия заложников. Вы должны быть приятными со мной. Вы доставите Сантьяго через 5 часов. Сначала убью Келли, а дочь напоследок оставлю. Ты говно. Речь идет не обо мне, а о твоей дочери. Вы, мальчики, решайте. Берите лодку и вытаскивайте своего Сантьяго. А теперь пошли к черту. Не бойся, Джесс. Он ни тебя и никого не тронет. Он получит то, что хочет. Я уверен, что получу. Полиция подъезжает к зданию. Задержим, насколько сможем. Они нас окружают. Занимайте позиции сейчас. Вы должны были прийти ко мне сразу же, а не заниматься самодеятельностью. Да, и что бы ты сделал, я вам и сыт по горло. Я думаю, ты нам должен. Мы освободили Сантьяго. Когда освободят заложников, мы его снова поймаем. Освободи его. Я бы освободил, но это невозможно. Это называется бесконечно благодарен. Простите, так уж получилось. Да, окей, Феррис. Хорошо, мы уходим. Пойдем, брат. Нет, никуда мы не пойдем. Валим. Спасибо за все, Феррис. Спасибо. Увидимся. Харри, милая, нам нужно кое-что сделать. Жди нас здесь, окей? А как же девочки? Мы все сделаем, просто жди здесь. Будьте осторожней, пожалуйста. Электричество полностью работает. Взрывчатка подключена. Хорошо, держите власти подальше, а я сдержу слово. Твоя дочь рассчитывает на тебя, Спенс. Не волнуйся, Ли, Сантьяго у меня. Мы подгоним лодку за школу через 10 минут. Твой папочка уже едет, он привезет нам сеньора Сантьяго. Оторви свою вонючую жопу и встань дальше говорить по-испански. Тебе этот номер не сойдет. Тебе не нравится мой пистолет, он большой. Прю. Лучше бы все получилось, брат. Иначе наши девочки мертвое мясо. Надеюсь, ради твоего блага папочка все сделает правильно на этот раз. Ты так жесток. Я скажу тебе, что жестоко, леди. Это то, что правительство сеньора Сантьяго делает с его народом. Поэтому мы здесь. Или вы, или мы.
Я пойду встречать Сантьяго. Когда дам приказ, возьмешь женщину и девушку и убьешь. Сделай приятно Спенсеру. Слушайте, это Харрис. Что вы делаете там? Минутку, минутку. Что эти парни еще задумали? Слушайте все, не стрелять. Быть наготове, ждать мою команду. Окей, теперь мы посмотрим, что будет с тобой, Гринго. Сеньор Сантьяго, рад видеть вас, сэр. Но не так, как я рад видеть тебя, друг. Похоже, что ты все-таки увидишь свою дочь, Спенс. Ты получил своего человека, Ли. Теперь освободи всех заложников. Когда сеньор Сантьяго и я будем в международных водах, ты попросишь еще раз. Но тогда вам будет нечего терять. Почему я должен доверять? Потому что у тебя нет выбора, Спенсер. Он показал, как управлять лодкой? Да. Если этот Ихо де Перре не надул меня, ради своей дочери он этого не сделает. Пойдем, убираемся отсюда к черту. Да, сэр. Дайте мне начальника федеральной тюрьмы сейчас же. Это специальный агент Харрис. Быстро. Начальник, специальный агент Харрис, у меня ситуация с заложником. Сообщите статус заключенного Мануэля Сантьяго. Это сработает? Когда я брызну спреем, беги к двери, как сумасшедшая. Что случилось, Келли? Пожалуйста, помогите ей, ей больно. О боже. Ей нужен врач. Слушай меня, Джесс. Беги в подвал и спрячься. Мне нужно помочь Саванне и другим детям. Иди быстрее. Иди быстрее.
Что значит в камере? Вы уверены, начальник? Нет, нет, все хорошо. Спасибо большое. На этой лодке столько колокольчиков и свистков, сынок, да, сэр? То, что ты сделал, забыто не будет, мой друг. Спасибо, сэр. Что? Что ты делаешь? Так будет лучше, сэр. Посмотрим. Да, намного лучше. Это чертовская лодка, а? Давай. Эй, Эрмано, брат по-испански, что делаешь? Сканирую полицейскую частоту, сэр, я знаю их каждый ход. Выключи эту чертову штуку. Я не хочу помнить об этой вонючей полиции. Они обращались со мной, как с собакой в тюрьме. Но, сэр, никаких, сэр, выключай, быстро. Я приказываю выступать сейчас. Я сказал тебе выключить чертову штуку. Я только что узнал от начальника тюрьмы, что Сантьяго все еще в своей камере в тюрьме. Гром, включи автопилот. Это за издевательство над сеньором Сантьяго. Вальдес, отвечай, Вальдес. Это Вальдес. Вальдес, это обман. Взрывай школу. Есть, сэр. Опасность. Эта машина включается автоматически.
высокое напряжение. Дети, дети, Келли, Джесс, мы здесь. Все в порядке? Да. Хорошо, отойдите назад. Все в порядке? Да. А где Келли и Джесс? Не знаю. Они заперли нас. Выводите детей на улицу быстро. Сюда, сюда, быстрее. Выходите, бросайте оружие поднятыми руками. Повернись на колени, быстро. Ты знаешь, я не могу вести эту штуку. Мне нужна твоя помощь. Можешь сделать это по-хорошему, а можешь по-моему. Я тебе скажу кое-что о твоем драгоценном Сантьяго. Тысячи детей умирают в моей стране из-за того, что твой босс делает. Ты позоры, такие как он. Я тебе ничего не покажу. Значит, все будет по-моему. Давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Келли. 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 Спенс. Спенс. Слава богу. А где Джесс? Она спряталась в подвале. Все в порядке? Надеюсь. Пошли. Спенс, Спенс, это Брю, ответь. Брю, ты в порядке? Нет, мужик. Вальдес включил детонатор на взрыв. Ты должен всех немедленно вывести. Предупрежу Харриса. Хорошо, я возвращаюсь. Автопилот, отключить. Джесс! Она должна быть здесь. Спенс! Джесс, помогите, папочка, помогите. Ты меня слышишь, Джесс? Келли, я здесь. Я не могу вылезти. Ты меня слышишь? Джессика. Джесс, ты меня слышишь? Келли, я здесь. Я наверху. Джессика, ты меня слышишь? Келли, я наверху. Она где-то здесь, но я не знаю в точности где. Джесс, это папа, где ты? Папа, я здесь. Она здесь. Джесс. Помоги, Келли. Джесс, отверни голову, я тебя вытащу.
папочка. Папа. Милая. Слава богу, ты здорова. О, боже, возьми ее, Джесс. Уходите отсюда, быстрее, сейчас все взорвется, в любую секунду, пошли. Всем лежать, лежать, лежать. Рада, что ты пришла. Я бы не пропустила свою босоногую подругу ни за что на свете. Келли. Келли, ты выстояла против Ли. Я всегда знала, что в тебе есть храбрость. Иногда даже слишком много. Я так рада, что все дети живы. Да. Келли, я видела, как ты учила. У тебя есть дар вдохновлять учеников. Многие учителя рисования могут только мечтать о таком. Это тоже осуществившаяся мечта. Люди, которых ты любишь, люди, которые очень любят тебя. Потому что многие люди так и не находят до этого. Только в мечтах. Келли. Келли? Келли? Привет. Привет. Извините. Спасибо огромное, что помогла мне подготовиться к съемкам. Ты все идеально подобрала. Всем нравится. Ему нравится. Мне нравится. Мне надо обратно на работу. Я просто хотела тебя поблагодарить. Спасибо большое. Пока. Как-то одна умная женщина сказала мне, надо идти за своей мечтой. Я не могу останавливать ее из-за того, что случилось с Ванессой. Она заслуживает свой шанс. Келли, я так горжусь тобой. Пью за очень удачную миссию. Наши девочки дома живы и здоровы. Я за это выпью. Я тоже. И я. Ура! Жаль только, что школу взорвали. Джесс, помнишь, я говорил тебе, что нет худа без добра? Школа Сент-Мартина нуждалась в ремонте, но на перестройку денег не было. Но теперь, благодаря мистеру Ли, за это заплатит страховая компания. Сантьяго и Ли наконец получили то, что хотели и заслужили. Они вместе. Навечно. За решеткой. Похоже, он тебя крепко задел, брат. Да, у Ли была пара хороших приемов, но к концу дня я побил его, как бешеный мул. Эй, Брукс! Это моя девушка!